Настоящая волшебная сказка. Именно об этом мечтает каждый ребенок. Но порой дороже всех подарков – внимание и тепло человеческой души. Больше других в этом нуждаются дети из неблагополучных семей. Поэтому уже доброй традицией стали новогодние рейды, организованные правоохранителями, отделом образования и комиссией по делам несовершеннолетних Ленинского района города Бреста, а также Союза молодежи. Данная акция проводится уже 6-й год подряд. Поедем мы к детям, которые признаны находящиеся в социально опасном положении, то есть из неблагополучных семей. Сегодня мы посетим 14 детей, а вся акция охватит порядка 50 детей. Это дети дошкольного и младшего школьного возраста. Мы считаем, что новогодний праздник должен быть у каждого. И сегодня мы подъедем к тем детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это дети из малообеспеченных семей, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Мы хотим подарить этим детям праздник, и именно для этого мы едем к ним сегодня в гости. Настоящие волшебники Дед Мороз и Снегурочка постарались принести немного сказки и радости в каждый дом. Конечно, с собой, как и полагается добрым чародеям, они захватили множество гостинцев. Это канцелярские принадлежности, наборы для поделок, разнообразные сладости. Помогали в составлении подарков и предприятия города. Молча с нетерпением ждали гостей и подготовили для них стихотворные подарки. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, досочка качается, я упаду, молодец. В семье Ивановых двое прекрасных малышей, красавица Рената и вдумчивый, немного застенчивый Андрей. Их мама Мария с трепетом и вниманием относится к успехам своих малышей. В прошлом эта женщина злоупотребляла алкоголем, но сегодня она всеми силами борется с этой пагубной привычкой. И помогают ей в этом представители инспекции по делам несовершеннолетних и социальные педагоги. Я состою как социально опасная. В положении социально опасном. Вот, меня поддерживают социальные педагоги. Они меня поддерживают, поздравили с Новым годом. Вот, спасибо им еще очень сильно большое. Огромное спасибо, на елке вчера были. Справляемся, они помогают. Несмотря на жизненные трудности, с которыми приходится сталкиваться порой не по годам взрослым ребятам, все они верят в чудо. Верят в то, что в наступающем году их жизнь обязательно изменится к лучшему. Ведь порой главнее всех подарков – мир и согласие в семье. А что бы ты хотела вообще пожелать маме, своим братикам? Чтобы они были здоровыми, никогда не ругались и... Все были дружными. Евгения Мороз, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.